сдаться, но нас не сломить. Только вместе сможем мы злодеев всех победить. Мы с тобою не свернем с верного пути. Я сражаюсь за мир и счастье, за справедливость, за честь и правду. Не пугаю меня ненастья, я скричер-гонщик. Соперников оставлю позади, победим, чем все мы. Дикие скричеры, могучая сила, путь нам открыла только вперед. Что же это нам принесет? Сражайтесь смело, отважно, храбро, бесстрашно, мы победим. Мы команда скричеров, и действовать мы будем все как один. Смотрите, мощная сила, путь нам открыла только вперед. Команда скричеров, и действовать мы будем все как один. Дикие скричеры. Путешествие во времени. Это катастрофа! Ой, моя спина! Что происходит? Почему резонанс от башни усилился? Ройлис! Как ты? Что с тобой? Не волнуйся! Ройлис! Странно, что происходит? Он не управляет своей энергией. Башни. А? Их энергия вызывает реакцию в теле Ройлиса. Похоже, тут еще много загадок. Не хочу зря терять время. Нужно расспросить тех, кто строил башни. О, ничего не понял, но Занада гений. А как мы узнаем, кто их построил? А? 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 Неужели... Как ты себе это представляешь? Нельзя просто строить догадки. Спиральной башни создала древняя суперцивилизация. Подумай и поймешь, что Хьюса тут ни при чем. И как мы спросим? Используем машину времени! Точно. А? Нужно вернуться в прошлое и все выяснить. Что? В древние времена? Ты шутишь? Как это возможно? Да! Что? Точно! Хватит серьезно? Глупостей! Занада! Не шумите, я все объясню. Это распределение энергии, которое зафиксировал детектор. Деталей вы не поймете. Смотрите внимательно. Главное — резонансная точка от четырех башен в центре и две маленькие по бокам. Если я прав, это Ройлис и Цербер. А? Цербер? Два огромных пса? О, точно! Если вспомнить, Ройлис проснулся вскоре после того, как появилась первая башня. А? Получается, возвращение Панца и Цербера как-то связано с появлением четвертой башни. Все взаимосвязано. Спиральные башни пробудили Ройлиса и Цербера и вернули им силу. Профессор, так вот почему Ройлис реагирует на выброс энергии. Ну все, я ничего не понимаю. Стойте, дайте переварить информацию. При чем тут это? Ваш друг РС покажет вам одну технику. Повторяйте за мной, это вам поможет. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Что это? Забудь о них. Продолжим. В резонансных точках сосредоточен большой объем энергии. Это делает многомерное пространство нестабильным и вызывает искажения. Когда будет достигнут критический уровень, настанет черед Харвеста. Харвеста? Я понял! Пространство и время возле резонансных точек искажено! Нужно использовать межпространственный прыжок Харвеста. Он откроет туннель, соединяющий разные измерения.
Мы используем силу гравитации, создаваемую энергетическим противотоком, и переместимся в эпоху древней цивилизации. Хм, неплохо. А вы умнее, чем я думал. Ха, природная скромность. Знаешь, кто я? Я самый умный профессор в мире! Вот же хвостун. Чтобы осуществить этот план, нужна энергия того же источника, сила Ройлиса. Подумайте хорошо. Хотя мы сможем узнать тайны древней цивилизации, все же это очень опасно. Даже я не могу предугадать, что случится. Вы по-прежнему хотите участвовать в этом? Конечно, хотим. Ройлис! Не бойся за меня. За надо. Во имя защиты мира. Если есть хоть один шанс, я готов. Да, хорошо сказано. В этом наша миссия стражей. Потрясающе! Как я ждал этой возможности! Отправиться в прошлое! Раскрыть тайны древней цивилизации! Это исследование, которым я занимался всю свою жизнь! И, наконец, я получу ответы! Ура! Эй, Занада, чего стоишь? Я готов! Отправляемся! Вернемся в эпоху древней цивилизации! Но только без вас. Что? Я произвел расчеты. Профессор, в вашем нынешнем состоянии вероятность успешно пересечь туннель почти нулевая. Поэтому вам придется остаться здесь и держать оборону. О, ужас! Все потому, что я много ел и мало тренировался в последнее время, да? Подождите, я покажу вам, в какой я отличной форме. Я должен пойти с вами. Вот сейчас я вам покажу. Вот глядите, я сильный. Эй! Профессор настроен серьезно. Это так трогательно. Рано умиляетесь. Профессор! Не могу. Это расплата. Похоже, придется вам справиться самим. О, не может быть. Вы рано сдаетесь. Ну что ж, думаю, мы справимся. Да, вперед. Приложим все усилия, да, Гроул? Да. Мы тоже идем. Конечно. И как можно спасать мир без нас? Правда, Арес? Ха-ха-ха, конечно. Ладно, готовьтесь к отправлению. Да! Вернуться в древние времена. Колоссальная сила. Это лишь малая часть. Насколько же силен должен быть Димор? Очень силен. Иначе зачем бы мы так старались вернуть его? Да ладно! Разве вы старались? Мой господин добыл четвертый диск. Верно, господин? Церберы Панса очень сильны. И вся эта энергия... Давай, Цербер, вот так! Ешь, ешь, ешь сколько хочешь! Забирай всю силу! Потрясающее чувство! Что это было? Они не сдадутся. Нужно найти решение, прежде чем Панса появится снова. А? Что это? Mm-hmm. Эй, посмотрите на это! Что они теперь задумали? Надо же! Ну чего им не сидится? Они все время это делают! Неважно, что они делают. Мы должны сделать одно. Остановить их. Нельзя позволить им помешать пробуждению Димора. Ладно, ладно. Значит, придется что-то сделать. А я так хотел отдохнуть. Господин, я тоже пойду. Хм, таков мой план. Всем нужно стараться лучше. Готовы? Почти на месте! Конечно! Угу. Я определил необходимые параметры. Ксандр, в точке слияния ты получишь команду запустить Ройлиса. Он должен выпустить свою энергию. Я понял. Дальше ты сам, Ройлис. Не бойся, я справлюсь. Отлично. Все отправляются в путешествие во времени в эпоху древней цивилизации. И только я должен остаться. Ну ладно, папа, хватит. Правда, профессор, мы ничего не можем сделать. Держи оборону. Стой! Что это значит? А?
Что, ты тоже собралась с ними? Да, собралась. В чем дело? Ну нет, не позволю, я тебя не пущу. Это слишком опасно, а меня не будет рядом. Как твой отец, я никогда на это не соглашусь, Зои. Папа, я тоже страж. А? Янта, ты тоже не пойдешь. Я всегда относился к тебе как к дочери. Я не могу позволить тебе так рисковать. Ты поняла? Спасибо, профессор, но я пойду. Янта! Мои родители жили в древнее время. Если я упущу возможность, рискую больше никогда их не увидеть. А? Но... Янта, слушай внимательно. Хоть вы и возвращаетесь в древнее время, пункт назначения не тот, где жили вы и появился Хантер. Чтобы узнать секреты спиральных башен, нужно вернуться в более далекое прошлое. Значит, время, в которое вы отправляетесь, эпоха Димора. Понимаешь, Янта, это прошлое, но это не твой мир. А? Как же? Знаю, ты хочешь увидеть родителей, но мне жаль. О, нет! Янта! Ты выдержишь, нужно быть сильной! Как надоело! Нельзя хоть на время остановиться. Носимся весь день, это вредно. Быстрее бы разобраться с ними. Я хочу поспать. Вперед! Поздороваемся! Сколько можно? Вам не надоело? Хватит нас преследовать! А мне нравится. Сами виноваты! Вперед! Избавься от них! Ринго! Твой противник здесь! Взять их, Эмбер! Коврок! Трансформация лава! Коврок! Трансформация Эмбер! Сегодня я разорву тебя на части. Давай, котик, посмотрим, как у тебя получится. Расправься с ним! Эмбер, отбор! Неплохо, ящер. Но тебе не победить меня. Значит, наши противники там. Готовы? Атака Скричера! Хай! Вперед! Атака Скричера! Коврок, трансформация, шок! Коврок, трансформация, гроу! Та-да! Коврок, трансформация, арес! Не надейтесь взять количеством, я одержу победу! Джайант Рок! Лечу, сестра! Тандерсторм, покажи себя! Уже лечу! Молодец, Тандерсторм! Джайант Рок, так держать! Медведь, настал твой черед! Получи! А, нет, отпусти! Ты такой слабый, тренировки не помешали бы. Что скажешь? Позволь Аресу тебя научить. Ого, Арес, ты потрясающий! А, конечно, я ведь тренируюсь. Постой! Отличный шанс! Вперед! Лови гроу! Вперед! Всех одним ударом! Пора с дороги! Прощайте! Ха-да! Опять! Что делать? Драконий вихрь! Магнетический зал! Ну все! Я вам покажу!
вспышки пламени! Давай, лава! Эмбер, не проиграй! Тринга настроен серьезно. Похоже, наша помощь не нужна. Пространственное искажение достигло нужного уровня. Нам пора. Держитесь крепче! Атака скричена! Трансформация Харвест! Действуй, Харвест! Не волнуйся! Максимальная скорость! Межпространственный прыжок! Ксандер, Ройлис, ваш выход! Да! Ройлис, ты уверен? Уверен. Давай. Ладно, вперед! Атака скричера! Урок, трансформация, Ройлис! Надеюсь, получится. Ройлис, давай! Не останавливайся! Это... Получилось! Идем, пока проход не закрылся! За мной! Да! Ко мне, Шок! Идем, Роул! Раз! Скорее назад, лава! Не пытайся сбежать, Эмбер! Ты насекомое! А в чем дело? Лава! Что происходит? Куда я лечу? Держитесь! Что это? Не отпускай! Я сам! Ой, где мы? А? Занада? А? Наконец-то очнулись? Что происходит? Где мы? Странно, что это было? Ай, как больно-то! Ринго, выходи! А? Ты тоже здесь? Вот ты где! Что? Мало тебе было? Их, это я должен сказать! Давай биться! Все, хватит! Здесь нельзя биться! Мы могли изменить историю. Возможно, мы не вернемся. Что? Не удивлюсь. Правда? У нас получилось. Ты права. Мы перенеслись в эпоху древней суперцивилизации. Разделимся и соберем информацию. Помните, временной туннель исчезнет через 12 часов. Что бы ни случилось, вы должны вернуться прежде. Вам ясно? А если опоздаем? Нет проблем. Останетесь здесь навсегда. Ну все, не будем терять время. До встречи. Ганнер! Мир древней цивилизации! Эра, когда появились спиральные башни. Мы можем узнать все секреты! Ого, это потрясающе! Я так рад быть здесь! Чего мы ждем? Приключение начинается! А, стойте! О чем вы говорите? Я ни слова не понимаю! Ладно, хватит бездельничать! Давайте разузнаем о Диморе и спиральных башнях! Точно, за дело! Верно. Ринго, присмотри за Хадсоном, чтобы не создавал проблем. Я? Ну, ты за него отвечаешь. Приглядывай за ним. Эй, стойте! Почему я? Было так трудно вернуться в прошлое. Почему я должен торчать тут с тобой? Ты меня унижаешь! Думаешь, я хочу торчать тут с тобой? Замолчи! Я хочу еще меньше! А я еще меньше меньшего! Так вот она, эпоха древней суперцивилизации. Но ведь это не тот мир, где я жила.
это намного раньше. Кента! Нужно как-то ее утешить. Да, ты заметил? Очень странное чувство. Посмотри на ту улицу. Почему-то она мне кажется знакомой. А? Тебе тоже? Я только хотел это сказать. У тебя такое же чувство? А, не может быть, Янта! Что такое? Иди по той улице до конца. Потом направо. А? До конца? Не так быстро! Медленнее! Упадете! Это девочка? Точно! Как это возможно? Это девочка? Я? Как? Что происходит? Это время Димора! Смотри! Родители Йенты! Не может быть! Йента! Их две! О! Я понял! Йента может раздваиваться! Как это? А? И Занады тоже два! Что это значит? Озвучено по заказу АО «Первый канал. Всемирная сеть».